В Красноярск приехала делегация Республики Индия во главе с послом Индии в России. Сегодня состоялась встреча с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским. С главой региона говорили о дальнейшем сотрудничестве. У нашего края есть немало перспективных направлений для совместной работы. Это и лесопереработка, промышленность, туризм, образование, культура. В Красноярске у официальной делегации насыщенная программа. Гости встретятся с представителями бизнеса, ректорами университетов и врачами. По словам Виктора Толоконского, по итогу всех переговоров должен быть практический результат. Развить кооперационные связи, усилить интеграцию вполне возможно. Нужно просто лучше знать друг друга и так дать правильное политическое напутствие, что, я уверен, мы с вами сможем сделать. Для нас это возможность и укрепить экономические и научные связи с великой, большой страной. И мы в этом искренне и содержательно заинтересованы, поэтому здесь будут приняты все необходимые усилия, чтобы наша встреча дала серьезные, позитивные и конкретные результаты.